Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Близина. Здравствуйте. Кировские власти пообещали вернуться к вопросу снижения налогов. На прошлой неделе депутаты Кировского ЗАГС-собрания одобрили снижение ставок по ОСН для бизнеса, который торгует лекарствами и обувью. Ставки снижены на год для поддержки тех, кто вводит маркировку товаров и поэтому теряет возможность применять ЕНВД. По словам вице-спикера ОЗС Романа Титова, в дальнейшем на маркировку будут переходить новые группы товаров. Бизнес будет выводиться с ЕНВД. Депутаты будут рассматривать вопросы о поддержке и этих категорий. Программа «Экономика». В Кировской области хотят создать туристические и IT-кластеры. Об этом заявляют в областном правительстве. По словам чиновников, недавно в Кирове с представителями малого бизнеса обсуждалось создание туристско-рекреационного кластера. Участники высказали свою заинтересованность в этом. Власти считают, что объединение предпринимателей в сфере туризма позволит увеличить туристический поток в Кировскую область. Что касается IT-кластера, чиновники собираются привлечь к этому бизнес, который предоставляет услуги международным компаниям. Экономика на 101 FM. Далее информация от наших партнеров. Больше трети жалоб кировчан в Роспотребнадзор на нарушение прав потребителей касается покупки смартфонов, одежды, технически сложных изделий. Их за прошлый год поступило больше 1000. Директор Кировского регионального экспертно-оценочного центра Юрий Чопоров, чтобы разрешить проблемы с продавцами с наименьшими затратами нервов и времени, рекомендует подготовить письменную претензию. Если вы придете с телефоном, они у вас его заберут, куда-то отправят. Потом скажут, что все нормально у вас. Не надо сразу все им отдавать, лучше напишите претензию. И на консультацию обратитесь к нам, например, в Кировский региональный экспертно-оценочный центр. Мы осмотрим, если там действительно есть недостаток, тогда есть смысл вам бежать в магазин, в суд или еще куда-нибудь. Консультация недорогая, ваши расходы по консультации, по экспертизе, они вам вернутся потом либо через суд, либо добровольно с магазина. Мы объясняем, человек уходит с пониманием того, есть смысл дальше идти в судебное разбирательство или нет. Кировский региональный экспертно-оценочный центр предлагает большой перечень услуг по независимой экспертизе товаров, начиная от одежды и обуви, заканчивая телевизорами и автомобилями. Компания имеет большой опыт работы, штат специалистов, а также работает с опытными юристами, которые могут помочь в суде. Кировский региональный экспертно-оценочный центр. Орловская, 52, телефоны 64-5004, 444-861, сайт kreots.ru. Экономика. В завершение о валютах. Доллар сегодня 73,19, евро 81, рубль 86 копеек. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.